Они знают, где покупать. Сеть комиссионных магазинов «Титан» для всех и каждого. Сразу два ДТП за несколько минут произошло на одном и том же месте в Кирово-Чепецком районе. Сначала в кювете оказался водитель «Мерседеса», потом водитель «Сузуки». Подробности в рубрике «Обзор аварий». Сразу две аварии произошли с разницей в 5 минут в Кирово-Чепецком районе. Обе на одном и том же месте. Это 57-й километр дороги Киров-Кирово-Чепецк, Зуевка-Фаленки. Сначала за пределами трассы оказался водитель «Мерседеса Вита». По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Мерседес Вита» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на дорожное ограждение, съезд кювета и опрокидывание. В результате происшествия 21-летний молодой человек-пассажир автомобиля получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. Спустя 5 минут 40-летний водитель «Сузуки Джимми» тоже не справился с управлением. Машина выехала на обочину, врезалась в ограждение и в кювете перевернулась. В этой аварии получили травмы 36-летняя пассажирка автомобиля. Медики оказали женщине помощь. Возможно, обеих аварий можно было избежать, если бы водители ехали чуть медленнее. В Яранском районе столкнулись два большегруза. По предварительным данным ГИБДД, 32-летний водитель МАНа неправильно выбрал дистанцию до попутного МАЗа и врезался в него. Вероятно, виновник ДТП получил травмы, ему понадобилась помощь медиков. Еще две тяжелые машины столкнулись в Афанасьевском районе. По предварительным данным полиции, 57-летний водитель «Мерседеса-Бенц» с прицепом не справился с управлением. Шофер наехал на настоящий грузовик этой же марки. От удара пострадал водитель первого авто, его госпитализировали. В Кирове на улице Профсоюзной устроил ДТП 58-летний водитель Hyundai Tucson. По предварительным данным ГАИ, он врезался в остановившийся впереди Джили. После столкновения травмы получила 24-летняя девушка-пассажир китайской машины. Ей понадобилась помощь медиков. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.